Всем привет! В прямом эфире шоу «Бетон». И сегодняшняя трансляция – это нечто особенное. Потому что впереди у нас закрытая шоу-кейс-вечеринка от нашумевшего лейбла «Резонанс Москва». Что это означает для вас, телезрителей? Что вы погрузитесь в утонченный саунд благодаря трем сетам от черных магов андеграундной электронной музыки. Что еще крутого? Что мы даем вам обратную связь. После каждого сета нас ждет интервью, лайв-чат с артистами. Вы можете присоединиться к этой беседе. Обязательно присылайте свои вопросы прямо в чат под этой трансляцией. Они будут услышаны и обязательно заданы. Ну что же, мне уже не терпится впуститься в ночь, отпустить себя, потому что создавать резонанс — это у нас в крови. Это шоу «Бетон», напоминаю. И здесь можно увидеть то, что ты слышишь. Перед вами Владимир Дубышкин, электронный музыкант из Тамбова, творчеству которого присуще атональное и крайне нестандартное звучание. Выпустив в феврале 2015 года свой дебютный альбом «Tell Me Why It's Always The Same», Владимир в короткие сроки обрел признание коллег по цеху. Музыкант принял участие в двух компиляциях лейбла «Trip», основанного Ниной Кравец. Также Владимир отметился релизом на немецком лейбле «Макро», в который вошли треки 13-14 годов и раннее творчество артиста. Вникаем!
прямом эфире шоу «Бетон». И это закрытая шоу-кейс-вечеринка лейбла «Резонанс Москва». В нашей студии сейчас находится только что отыгравший Владимир Дубышкин. Привет. Привет. Слушай, это было мощно, очень энергично, разрушительно. Не зря в твоем профиле я нашла короткую информацию о тебе. Пугаю людей. Вот скажи, ты будешь меня пугать или ты уже напугал всем, чем мог? Мне кажется, я уже напугал всем, чем мог. Но на самом деле люди оценили твою энергетику. Это круто. Наш чат тебя так хорошо встретил. Очень приятно. Скажи, а насколько тебе важно, условно, место, в котором ты выступаешь? Насколько важно, что вообще вокруг происходит? Ты или такой самодостаточный парень, куда тебя поставят, там ты и творишь? Вот тебя вдохновила, в принципе, наша площадка или не особо? Ну да, у вас уютно, но на самом деле мне как-то без разницы. Я в себе, и я редко смотрю на публику, потому что, ну, как-то боюсь. Самодостаточный парень. Да, боюсь, что музыку не так поймут, и потом будет... И сразу какая-то энергетика другая, поэтому стараюсь не смотреть. Так без разницы, где выступать. Ну, то есть ты как самурай сверяешься все время только с самим собой и опираешься на собственный вкус, никогда не на людей вокруг. Ты такой самодостаточный, ну, да, единица. Да, я играю только свою музыку, поэтому стараюсь как-то подбирать, что ли, под настроение. Хотя у меня настроение по-разному всегда бывает. Какое у тебя сегодня было настроение? Ну, сегодня у меня настроение было... позитивно. А, то есть это еще позитивно? Ну да. Угу. Не, ну кстати, да, я думала, что раз ты так предупреждаешь, что ты пугаешь людей, что будет что-то еще более дарковое. В истории шоу-бетон мы и не такое, в принципе, слышали. Поэтому было, ну да, так веселенько достаточно. Ну, все равно в моей музыке присутствует какая-то такая темная сторона. Угу. Свою музыку я писал как, не знаю, сатирический рассказ. Поэтому там есть и злая сторона, и добрая сторона. Ну, это круто. Слушай, тебе 20 лет. Вот твоя музыка всегда была, ну, с таким вот злым нервом немного? Или когда-то она звучала более беспечно? Да нет, всегда она была такая. Я до этого писал drum and bass, и там тоже такая темная музыка в основном. Мне нравится что-то быстрое такое. Привлекает все это. Даркуха, чернуха. И поэтому я из drum and bass... в такую музыку, с теми же взглядами перешел. Слушай, скажи, пожалуйста, а вот ты играл для нас гибридный сет. Кто-то, кто присоединялся к нам в чатике во ВКонтакте под этой трансляцией, писал, что почему он играет на калькуляторе, что происходит. Просто нас смотрят люди с разной подготовкой музыкальной. Вот расскажи, пожалуйста, что это был за сет гибридный, что вообще происходило? Ну, весь материал мой, и он... где-то раздроблен, где-то нет. У меня очень много записанного материала, поэтому мне влом его весь по частям дробить. И я готовые треки свои туда скидываю. Ну а новый материал приходится дробить. Какие-то интересные части я отдельно запускаю. А в основном, ну, даже не знаю, вот гибрид. Что-то живьем, что-то нет, что-то уже было сделано, что-то не было сделано. Поэтому лайвом я не могу назвать это. Но и диджей-сетом тоже не хочу это называть. Поэтому это такое что-то, ну, среднее. Да. Пусть люди как хотят, так и называют. Мне без разницы. Тебе ярлыки эти совершенно не важны? Мне самое главное — музыка. То есть, чтобы люди музыку оценили, а не как я играю. И, ну. Расскажи, пожалуйста, ты издавался на Трипе. Это лейбл Нины Кравец. Вообще, как вы познакомились с Ниной? И какова вот история такого релиза? Ну, я еще не сдался на Трипе, я участвовал всего лишь в двух компиляциях. Альбом, я надеюсь, этим летом выйдет. А с Ниной я познакомился через Никиту Забелина. Однажды он ей скинул мой материал, и она вдруг мне написала. Я тогда еще не поверил, что сама Нина Кравец мне написала. Ну, вот так начали общаться. Я периодически скидываю свою новую музыку, и она играет ее часто. Mm-hmm. На фестивалях, на каких-то других мероприятиях. Вот. Я видела, она недавно играла на Великой Китайской стене. Это было эпично очень. Ну, Нина всегда какие-то места такие выбирает. Либо пещера, либо водонапорная башня еще, по-моему, там была. Тоже вечеринка ее. Было классно. А как бы ты сформулировал какую-то идеологию людей, которых объединяет трип? Какой-то, может быть, посыл, музыкальный вкус? Вот как бы ты это сформулировал? Ну, я считаю, каждый артист на этом лейбле обладает своей какой-то фишкой, чем-то выделяется. Неспроста там такой коллектив. Вот. Ну. Ну, а если выделять что-то общее, понятно, что каждая единица, каждый музыкант
На самом деле, никогда не задумывался над этим. Просто я редко слушаю музыку других исполнителей, как-то, не знаю... Там классные ребята. Ты не слушаешь музыку других исполнителей? Ну, я слушаю, но это для того, чтобы, может быть, вдохновиться, а вот так, знаете, равняться уже, ну, этот момент уже все, закончился. Уже сам сажусь, и что в голове есть, то и записываю. Ну, вот. В общем, да, еще раз подтверждается утверждение, что ты самодостаточный музыкант. А вот скажи, пожалуйста, я видела обложки Трипа, они такие очень крипи, какие-то иллюстрации такие жутковатые. Кто рисовал их вообще? Обложками где? Занимается Томба, насколько я помню, он так прописан на Фейсбуке. Я с ним лично не знаком, но... Это русский парень или? Нет, он, по-моему, тоже из Исландии, если я не ошибаюсь. И он... Тоже как кто? Как Биарки, Эксис и еще пару людей, которые принимают участие. А почему там именно много исландцев? Ну, есть какое-то объяснение этому? Не задумывался, просто исландская сцена не раскрыта, а там очень много талантов. Поэтому, наверное, для всех это новость. А ты бы хотел переехать в Исландию? Я бы хотел там побывать. Слушай, ну там на самом деле круто, мне почему-то кажется, что тебе бы там понравилось. Там, конечно, может быть, более такая человая музыка подходила бы, менее такая вот. Ну, не знаю, это мне так показалось, когда я там бывала. Ну, да, все-таки хотел бы там побывать, сделать пару фотографий. Фотографий? Да, мне хотелось бы сделать фотографию на фоне вот этих гор, черного песка и вообще там, ощущение, как будто на Луне. Слушай, а ты вообще визуал? То есть ты любишь, условно, фотографировать? В тебе сочетается только ухо или еще и глаз? Ну, то есть что у тебя больше развито? Ну, фотография мне нравится, анимация нравится. Но пока что я как-то не знаю. Хотел бы помимо музыки еще чем-то заниматься, но сил не хватает энергии. А скажи, пожалуйста, а что тебя, может быть, вдохновляет из других каких-то сфер? Будь то литература, кино, вот что тебе последнее было, что дало тебе такой прям всплеск и какой-то... Ну, я вдохновляюсь жизнью, поэтому кино, да, я очень много смотрю фильмов, литературу. Посоветуй мне что-нибудь, что я могу посмотреть на досуге. Ну, я перешел на сериалы и смотрю самые-самые известные сериалы. Вот последний раз посмотрел «Настоящий детектив». И мне это очень нравится. Многие советы. Внезапно, да. Что тебе нравится. Ну, сериалы как-то к ним так относился. Фильмы. А тут, я думаю, нужно начать. И захватывает очень. Может быть, какие-то музыкальные, документальные фильмы или что-то такое? Это тоже не очень смотрю. Мне очень нравится вся документальщина. Больше детективы. Криминал какой-нибудь. Ну, что-то связанное с убийствами. И вот... Скажи, пожалуйста, а вот лейбл «Резонанс Мозгу», он отпраздновал сейчас свое 3-летие недавно. Угу. Как вообще ты познакомился с Никитой Забелиным? Как ты вот объединился с ребятами? С Никитой очень весело познакомился. Он мне написал. Я на тот момент даже не знал, кто это. Вот. И он меня пригласил в гости летом к себе, приезжая. Ну и с очередного отдыха я возвращался с родителями. Мне тогда было лет 15, наверное. Или 17-15. Ну и я сказал маме, меня тут пригласили, можешь отвезти. Я в Москве был только один раз, это было в детстве. Ну и она меня отвела, где он жил, белорусская. Вот. Это было 5 или 4 утра, мы вернулись. И Никита вышел, видимо, с вечеринки, в своей шубе. И... А он тогда в шубе был еще, да? Да, у него коллекция. И мама, конечно, приофигела, потому что кому она привела. Ну и сказала, вот, отдаю вам. Ну и я приехал на 2 дня, и за 2 дня, конечно, я так лето не провел, как эти 2 дня прошли. Очень быстро и насыщенно. И вообще он мне познакомился с той Москвой, с которой я вообще не был знаком до этого. Вот. Ну, часто с Никитой общаемся. Раньше музыку вот он скидывал, сейчас как-то вкусы поменялись. Вот, так по-прежнему общаемся. А что поменялось в твоих музыкальных вкусах? Ну, у меня, может быть, ничего не поменялось. У всех вкусы меняются. Может быть, у Никиты, у меня тоже как-то немного изменилось звучание с 2015, по-моему, года. Да. Так вот познакомились с Никитой. Интересно. Слушай, такой вопрос из нашего чата звучал. Немножко он такой не про музыку.
Был вопрос про твою клетчатую рубашку. Почему, как-то говорят, не в стиле андеграундной электронной музыки, что сейчас другая мода. Я вот видела у тебя в Инстаграме какой-то сумасшедший розовый костюм гонщика. Это было очень забавно. Пришел с друзьями в секонд-хенд, там висел такой сноубордический. А как ты считаешь, вообще люди, которые приходят на андеграундные вечеринки, они должны соблюдать какой-то дресс-код? Или вот можно прийти, например, не знаю, в каком-нибудь платье на каблуках? Ну, кому в чем удобнее танцевать. То есть ты в этом смысле не тиран? Ты считаешь, что нет, люди... Нет, мне кажется, вообще на эти вечеринки по-домашнему нужно ходить, потому что это удобно и вообще комфортно. А рубашка почему? Ну, первое, что валялся, я надел. Наша вечеринка подходит, увы, к концу. И ты можешь, пожалуйста, пожелать что-нибудь на прощание нашим телезрителям, прежде чем мы совсем все переоденемся в пижамы и уже перейдем в другой формат? Пожелаю хорошего настроения. Спасибо тебе большое. Спасибо. С вами было шоу «Бетон». Особенный выпуск. Это шоу-кейс «Резонанс Москва». Встретимся с вами в следующий четверг. Следите за нами в соцсетях. We'll be right back.